организационно-методический семинар с руководителями аппаратов антитеррористической миссии, должностными лицами, которые занимаются профилактикой терроризма в муниципалитетах, аппаратом антитеррористической миссии автономного округа проводится раз в два года. На данном семинаре мы обсуждаем вопросы, которые возникают в процессе работы у сотрудников, обсуждаем, как реализовать вновь принятые нормативные правовые акты и решаем проблемы, которые необходимо реализовать, и повышаем профессиональный уровень работников аппаратов антитеррористической миссии муниципальных образований. Проводятся как практические мероприятия, так и обсуждение вопросов нормативно-правовой базы. Правительством Российской Федерации было принято ряд нормативных актов, утверждающих порядок антитеррористической защищенности объектов, объектов здравоохранения, образования, социальной сферы, которые необходимо реализовывать на территории Югры. И вот в ходе этого семинара с привлечением контрольно-надзорных органов, правоохранительных органов мы эти вопросы обсуждаем, решаем, как их правильно осуществить, реализовать на территории Югры. Кроме этого, мы подводим итоги реализации мероприятий комплексного плана по профилактике терроризма, мероприятий плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации. То есть вот основные направления этого, на этом семинаре мы будем обсуждать вопросы антитеррористической защищенности объектов различных категорий и вопросы борьбы с идеологией терроризма в Ханты-Мансийском автономном округе Югре. На этом семинаре мы будем использовать опыт Национального антитеррористического комитета. Мы проведем деловую игру с работниками аппаратов антитеррористической комиссии, в ходе которой они будут реально принимать решения при угрозе возникновения террористических актов на территории муниципальных образований. Практически мы выйдем на объект спорта первой категории, это Ледовый дворец, где работники нам покажут, как осуществляется и организована охрана этого объекта, его антитеррористическая защищенность. Самый главный результат – это, конечно, повышение квалификации сотрудников. Здесь мы дадим необходимую нормативно-правовую базу, дадим правильное решение вопросов, возникающих у них, и с учетом, конечно, мнения правоохранительных и контрольно-надзорных органов. На прошлом семинаре мы обсуждали вопрос мониторинга интернет-ресурсов, опубликования в них запрещенного материала. К этому семинару мы уже этот вопрос решили. Мы задействовали кибердружины, которые будут осуществлять мониторинг интернет-ресурсов, кроме имеющихся сил в аппаратах антитеррористической миссии. То есть этот вопрос у нас решен. У нас решен вопрос по осуществлению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием граждан. То есть мы закрываем эти проблемные вопросы.